Добрый день, друзья и не другие. Вы помните песню Хиля, Эдуарда Хиля? «Как хорошо быть генералом». Я вот просто о чем подумал, что как контекст все меняет. И как эта песня по-новому зазвучала сейчас, после арестов заместителей Шойгу, ну и других наших, с позволения сказать, военачальников. Знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и в окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работать. А вам не скучно в бухгалтерии? Ну что, одни цифры? Нет, нет, нет. Это единственная профессия, где я могу работать спокойно. Как это? Ну как, коллектив женский, никто не пристает. Работай себе в удовольствие. А вам что, не нравится внимание мужчин? Ну, дело в том, что в офисе обычно пристают офисные клерки. Другое дело, легкий флирт с начальником. Извините. Да, слушаю. Сколько? Ага. Еще и НДС. А как это посчитать? Сейчас, Оленька, вот скажите, пожалуйста, я, к примеру, вам дам 54 тысячи долларов. А за минусом НДС что в этом случае снимается? Все. Все, кроме Сережи. Потом она скажет сразу да, за деньги да, за деньги да, за деньги да.